Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня уделим внимание гороскопу на 21 октября и поговорим о том, кому же звезды предрекают денежный дождь именно 21 октября. Обязательно досмотрите это видео до конца, будете знать много полезной, важной и нужной интересной для информации для себя. Прямо сейчас подпишитесь на канал «Эзотерика для тебя», ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Итак, друзья, 21 октября 2021 года окажется весьма удачным этот день для некоторых знаков зодиака. Конечно же, кто-то в этот день сможет получить свою любовь, за кем-то в этот день ходит удача. Но именно в этом видео мы уделим внимание тем знакам зодиака, которым нужно быть готовыми к увеличению денежного потока. Итак, кому же 21 октября получится, на кого обрушится именно денежный дождь? Кто же эти счастливчики? Друзья, на первом месте это знак зодиака Овен. Уважаемые Овны, для вас 21 октября Луна будет находиться в знаке зодиака Телец, а именно для вас звезды будут складываться таким образом, что именно этот день будет удачным в финансовом плане. Вы получите неплохую прибавку к основному заработку в виде премии. Также неплохой доход принесет и сверхурочная работа. Но, уважаемые Овны, стоит понимать, что получить деньги – это еще не все. Главное их сохранить, а еще лучше, если вы их приумножите. И вы сможете это сделать за счет, например, приобретения недвижимости или правильного вложения в ценные бумаги или, как вариант, в депозит. Выбирайте сами, уважаемые Овны, вы лучше знаете свою ситуацию, но в любом случае на вас обрушится денежная волна именно 21 октября. Следующий знак зодиака, который также неожиданно для себя получит деньги, это знак зодиака Рак. Уважаемые раки, вы получите неплохую награду за свое трудолюбие. И неплохим источником дополнительного дохода окажется подработка. На основном месте работы стоит ждать повышения заработной платы или даже высокой премии. Помогут сохранить полученные средства разумные траты. Но, уважаемые раки, вам стоит умерить свои аппетиты в отношении тех или иных покупок. Сезонную одежду лучше покупать сегодня по необходимости, а вот в продуктовый магазин или в супермаркет ходите только со списком и не берите ничего лишнего. Это к вам сейчас ни к чему. Ну вот такой гороскоп для вас, уважаемые раки. Следующий знак зодиака, на которого обрушится денежный поток, это знак зодиака Лев. Уважаемые львы, сегодня 21 октября вас будет радовать деньгами не только ваша работа, но и дивиденды, которые вы сделали раньше. Да, работа может принести вам не только обычный заработок, но и премиальную выплату, которая вас приятно поразит и даже порадует вас. Не стоит сегодня, уважаемые львы, забывать и об осторожности. У представителей данного знака зодиака большой шанс попасть в сети мошенников. Особое внимание следует уделить звонкам с неизвестных телефонных номеров. К полученной от них информации следует отнестись с определенной долей скептицизма. Уважаемые львы, никому сегодня не верьте и прислушивайтесь только к себе, к своему сердцу и только к официальным документам. Ни в коем случае, услышав по телефону, что у вас какие-то сегодня проблемы, сразу не пытайтесь сбежать и решать те или иные проблемы, потому что у вас сегодня, к вам сегодня, уважаемые львы, мошенники прямо липнут со всех сторон. Запомните, уважаемые львы, эту очень важную для себя информацию.
Следующий знак зодиака, который получит долгожданную прибыль, это знак зодиака Весы. Уважаемые Весы, для вас 21 октября будет весьма удачным. И деньги сегодня будут приходить постоянно из разных источников. Ну, основным, конечно, уважаемые Весы, будет, конечно же, ваша работа, которую вы любите, которую вы цените. Но, уважаемые Весы, уделите особое внимание сегодня долгам, потому что пришло время напомнить о себе должникам, а еще лучше получить обратно заемные деньги. А вот, уважаемые Весы, брать сегодня кредиты не стоит, даже если вам на какую-то дорогую покупку не хватает совсем немного. Лучше подождите до следующей заработной платы. Также свое материальное положение, уважаемые Весы, вы сможете увеличить за счет подработки. Поэтому, уважаемые Весы, вас 21 октября ждет только прибыль. Следующий знак зодиака – это Скорпион. Уважаемые Скорпионы, 21 октября для вас сложится благоприятная финансовая ситуация, и вы сможете по-настоящему заработать. Большой вклад в бюджет принесет сделанное ранее вложение в ценные бумаги или вы откроете счет в банке. Проценты приятно порадуют вас. Работа тоже внесет свой вклад, тем более, что вполне вероятно, у вас, уважаемые Скорпионы, даже сегодня будет рассматриваться на совещании повышение вашей заработной платы, а также, возможно, и премии. Но именно сегодня, уважаемые Скорпионы, зная о том, что у вас сегодня могут быть деньги, ни в коем случае не давайте денег взаймы и рационально ведите свой бюджет. И тогда все до конца этого рабочего дня, 21 октября, у вас все достаточно легко и просто пройдет. Следующий знак зодиака, который не останется без денег 21 октября, это знак зодиака Козерог. Уважаемые Козероги, вам стоит ждать неплохой заработной платы, премии или иной выплаты, которая есть и прописана в коллективном договоре у вас с вашей компанией. И денег у вас будет сегодня предостаточно, но вот разумные расходы помогут вам сохранить львиную долю от полученного дохода. Вложить его стоит с умом. Также стоит избегать сомнительных банков и инвестиционных фондов, уважаемые Козероги, потому что бесплатный сыр можно найти только в мышеловке и только у мошенников. Запомните, уважаемые Козероги, это такое простое правило. Вот, друзья, такие знаки зодиака, которые сегодня будут с деньгами или нежданно, негаданно получат деньги именно сегодня, 21 октября. Помните о том, что Луна в знаке зодиака Телец, а это достаточно денежное время для того, чтобы привлечь деньги в свою изобильную жизнь. А с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной информации. С вами прощаемся и услышимся в следующем видео. Всем хорошего дня!